Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Экономика дня» на телеканале CBC в студии Елена Косолапова. В этом выпуске поговорим о наращивании поставок азербайджанского газа в Европу. В гостях у нас в студии сегодня Эмин Гарибли, доктор философии по экономике, доцент кафедры международной экономики Азербайджанского государственного экономического университета, а по видеосвязи к нам присоединяется Урхан Мустафаев, управляющий партнер компании «Ротас Консалтинг». Уважаемые эксперты, приветствую вас, большое спасибо, что присоединились к нам сегодня. Эмин Малим, хочу сначала обратиться к вам и начать с новости, которая вышла вчера. Вчера было объявлено, что венгерская компания MVM приобрела 5% долю в азербайджанском проекте по разработке месторождения Шах-Дениз. То есть мы видим, что еще одна компания, европейская, вступает в этот проект. Как вы считаете, как это отразится на сотрудничестве Азербайджана и Европы в области поставок газа? Знаете, это значит, они закупили 5%, да? Я считаю, что, в принципе, это положительно. Почему положительно? Если посмотреть, опять же, хронологию развития, то мы замечаем, мы видим следующую картину. Когда теоретически нам казалось, что инвестиция – это тот ресурс, который больше склонен туда, где создаются лучшие условия, и якобы он не управляем. Да, и якобы существуют некие естественные законы, основе которых она направляется. На самом деле мы видим, в реальности мы замечаем то, что некоторые страны начинают манипулировать, значит, инвестициями, используют это как рычаг давления. Даже порой во многих случаях это является неким инструментом, с помощью которого наказывают те или иные страны. Поэтому, естественно, и вот здесь мы замечаем некую такую неопределенность и диктовка на те страны, которые вкладываются. Вот, а сегодня, и второй фактор, в основном, если посмотреть консорциумы, то в основном это были крупные компании, которые принадлежат развитым странам. И сегодня мы видим, что на самом деле доля их в мировой экономике тоже снижается. Видим, что больше они уступают уже тем компаниям, которые выходят из, скажем, развивающих стран, так азиатских стран и так далее. И третье, я бы отметил то, что сегодня энергетика – это та отрасль, в принципе, которая необходимо обеспечить устойчивое экономическое развитие. Поэтому сегодня уже развивающие страны заинтересованы участвовать в этих проектах, дабы обеспечить себе устойчивость. И четвертый, еще опять же отмечу фактор, то, что мы, восточноевропейские страны, где-то мы сегодня, как я многократно отмечал, мы где-то должны сегодня консолидировать, кооперировать между собой, дабы построить, скажем, свое, скажем, устойчивое развитие, будущее, которое, на мой взгляд, сегодня должно основываться на взаимовыгодных отношениях, на кооперировании, на промышленном кооперировании и так далее. Я думаю, что все-таки вот этот шаг направлен на то, чтобы мы совместными усилиями решали свои проблемы. И, естественно, что касается поставок, да, мы знаем, что мы зеленую энергетику будем поставлять в Венгрию, мы поставляем и нефть, и газ в Европу, в восточноевропейские страны. Мы видим, что они сейчас все чаще и чаще заинтересованы. Мы знаем, что и Узбекистан заинтересован в участии в этих проектах. Мы видим, что мы наблюдаем. Вот с помощью Азербайджана, опять же, Азербайджан является неким инициатором, и пригласив, и вкладывая сам в те или иные экономики, мы видим, что идет такой взаимный выгодный процесс, который, я думаю, что нам выгоден. Я думаю, что с помощью этого мы сможем, опять же, обеспечит устойчивость свою. И, опять же, если мы говорим, можем говорить и дальше, и если мы говорим газа и скажем, зеленая энергетика, то нужно отметить, что энергия сама, скажем, да, это тот базовая отрасль, я считаю, да, которая является неким фундаментом для дальнейшего развития. Вот, и так что вот сегодня, если это некий уже мессаж и для многих других стран, и для компаний, которые представляют Венгрию и других стран. Сейчас я скажу, что, скажем, в Венгрии очень много китайских компаний. Я считаю, что это
Для нас это положительный, скажем, да, так сказать, шаг, который будет направлен именно на консолидацию восточноевропейских стран. Это знак того, что, в принципе, мы видим, что как уже развивающие страны развиваются, уже готовы участвовать в этих проектах. И думаю, впредь все региональные страны сегодня заинтересованы и захотят участвовать. И не только, это уже начало, я думаю, что если видим, что эти страны сегодня начали, скажем, шаг Донецка, завтра не исключено, что это перейдут и в Карабахский регион. Мы видим, что также, скажем, степень заинтересованности и в Карабахский регион, зеленую энергетику. Думаю, что, в принципе, это положительно. Я думаю, что впредь мы выбрали те направления, стратегические направления, которые в будущем обеспечит нашу, скажем, да, диверсификацию экономики, обеспечит наш, скажем, экспорт наших товаров. Я думаю, что вот это положительные шаги. И впредь я тут считаю, что есть там и многие страны, скажем, Восточная Европа, западные европейские страны, которые, учитывая сегодняшние реалии, будут вкладывать какое-то начало, опять же, для тех стран далее. Я думаю, что и зеленая энергетика, это будет последующим шагом, который, я считаю, что будем ждать больше инвестиций с этих стран. Да. Орхан Алим, теперь хочу обратиться к вам и все-таки вернуться к проекту «Шах-Дениз». На самом деле, вот эта венгерская компания MVM, которая приобрела долю в этом проекте, это не единственная компания на сегодняшний день, которая проявляет интерес очень большой к этому проекту. Например, совсем недавно в Узбекистане объявили, что узбекская государственная компания «Узбекнефтегаз» тоже рассматривает возможность вхождения в этот проект. Как вы считаете, чем обусловлен такой большой интерес к этому проекту со стороны компаний из абсолютно разных стран? Да, вы абсолютно правы. Приобретение доли в проекте «Шах Дениз» как венгерской компании MVM, так и планируемой части узбекской «Узбекнефтегаз» подчеркивает высокий интерес этих стран к этому крупному азербайджанскому газовому проекту. Чем это обусловлено? В первую очередь, это, конечно же, стратегическое значение месторождения. «Шах Дениз» является одним из крупнейших газовых месторождений в мире. Его запас оценивается примерно в 1,5 триллиона кубометров газа и около 2 миллиардов баррелей конденсата. Эти объемы делают проект крайне привлекательным для крупных энергетических компаний, стремящихся увеличить свои портфели углеводородных активов. Второе значение, я бы сказал, что это, конечно же, геополитическое значение. Проект «Шах Дениз» имеет важное геополитическое значение, поскольку является основным источником для Южного газового коридора, который был создан для диверсификации энергетических поставок в Европу и снижения зависимости от российского газа. Несомненно, это экономическая выгода, так как вовлечение в проект «Шах Дениз» обещает значительные экономические выгоды через долгосрочные поставки газа. Это особенно актуально для компаний стран, стремящихся обеспечить свою энергетическую независимость и безопасность и желающих получить стабильный источник доходов от продажи природного газа. И, несомненно, это, конечно же, технологические аспекты, это сотрудничество и развитие, так как не будем забывать, что азербайджанский Сокар – это одна из передовых технологических компаний нашего региона, в сотрудничестве с конгломератом таким как BP, и участие в масштабных международных проектах, таких как «Шах Дениз», представляет, допустим, узбекские компании доступ к передовым технологиям и практикам в области разведки, добычи и транспортировки углеводорода. Это способствует, в свою очередь, технологическому и операционному росту компании и развитию данной отрасли в Узбекистане. Таким образом, большой интерес к проекту «Шах Дениз» со стороны разных стран и компаний обусловлен опять его стратегическим, экономическим и технологическим потенциалом, который может, в свою очередь, оказать долгосрочное влияние на глобальные и региональные, я бы сказал, энергетические рынки.
Эмин Малим, вновь вопрос к вам. Ну, действительно, Азербайджан уже превратился в очень важного игрока на европейском газовом рынке. Уже четвертый год, как мы поставляем газ на рынок Европейского Союза, уже 6 стран европейских получает газ азербайджанский. Мы видим, что от года к году география ширится. Вот как раз сейчас в Баку проходит энергетическая неделя, и на открытии этой недели господин президент Ильхам Алиев говорил о том, что мы и в дальнейшем планируем расширять эту географию поставок в Европе, и многие страны европейские действительно проявляют интерес, заявляют о том, что они заинтересованы начать поставки, начать импорт газа из Азербайджана. На ваш взгляд, в чем преимущество азербайджанского газа по сравнению с конкурентами? Я имею в виду преимущество на европейском рынке. Знаете, одна из преимуществ, я считаю, что все-таки это политическая стабильность. Это то, что те, вот, я бы назвал ее таким, амбициозные проекты, которые осуществляют, и мы видим, что немногим странам суждено осуществить это до конца. А вот что касается Азербайджана, мы видим, что для инвестора это очень важно, когда поставленные цели реализуются, решаются, и считаю, что вот, скажем, у Азербайджана при достаточной репутации, и мы видим, что ведем такую сбалансированную политику, которая обеспечивает устойчивость, и государство считает, что завтра, опять же, если будут какие-то, скажем, политические проблемы, мы знаем, что Азербайджан всегда ведет соответствующую политику, которая сбалансированную политику, которая, в принципе, можно сказать, такую либеральную политику, которая устраивает многие страны. Поэтому это уже обнадеживает многие страны, и поэтому сегодня вот идет процесс. С другой стороны, и нам сегодня, понимаете, это конкурентная борьба, нужно необходимо. И газ это тот продукт, который, скажем, это тот товар, который имеет некую такую склонность, традиционность. Если мы сегодня поставляем трубопровод, скажем, да, в Европу, восточноевропейские страны, это уже на ближайшие 20-30 лет, я считаю, сегодня можно гарантированно говорить, что мы будем поставлять этот самый газ. И поэтому, естественно, мы сегодня заинтересованы, чтобы этих стран было больше, и географии этих стран было больше. И опять же, и еще учту, что опять же, если посмотреть конкурентные, то видим, что там все-таки во многих, если назову, во многих есть или военные, или находятся под санкциями, или расстояние их от Европы до, скажем, до, значит, источника этой энергии достаточно большая, или скажем, во время транспортировки вот эти страны сегодня находятся на стадии войны или не совсем стабильно. А что касается Азербайджана, мы видим, что Азербайджан сегодня обеспечил, скажем, устойчивость, скажем, политическую устойчивость, я можно сказать, что в этом регионе, в частности, на Кавказе. И вот таких, скажем, особенно таких причин для беспокойства, в принципе, нет, а это благоприятный такой климат, условия для развития бизнеса. Еще немаловажным фактором, опять же, это государственные инвестиции, это государственное внимание, понимаете. Одно дело, мы можем ждать некие, скажем, инвестиции, а вот видим, что азербайджанское правительство, имея эти соответствующие финансовые ресурсы, направляет это инвестиции в будущее. Я считаю, где-то вот сегодня можно, скажем, да, утверждать с уверенностью, чем, скажем, держать их в виде, скажем, валют каких-то, скажем, стран, держать их, скажем, в определенных счетах. Лучше, конечно, вкладывать, диверсифицировать эти самые пути. И этим мы получим в будущем, значит, прибыль. Еще нужно учитывать, что, в принципе, чем больше диверсифицировано будет, тем лучше для нас. А еще нужно учитывать, что, в принципе, мы в будущем можем экспортировать не только свой продукт, но и продукты и зарубежных стран. Это тоже большой плюс. Сегодня мы знаем, что по трубопроводам, нефтепроводам мы уже договорились о том, чтобы экспортировать и казахстанскую нефть. Не исключено, что в будущем через эти трубопроводы мы сможем экспортировать как туркменскую, скажем, не исключено, и, скажем, может быть, и даже и иранскую, и российскую нефть, скажем, на определенные рынки. В принципе, это еще одна сторона. С другой стороны, еще, скажем,
Есть еще есть проект о том, что экспортировать водородную энергетику через эти трубопроводы. Я считаю, что сегодня, в принципе, сегодня максимально, вот как мы видим правительство, я считаю, что максимально должны увеличить эту географию, для, опять же, для того, чтобы, опять это носит традиционность, для ближайшие 20-30 лет мы сможем диверсифицировать свой экспортный потенциал. Возможностей очень много, и еще нужно учитывать то, что сегодня есть некие страны, которые сегодня ущемлены, считают себя ущемленными в Европе, такие страны, как, скажем, возьмем и ту же самую Венгрию, ту же самую, скажем, Словакию, Сербию, считают, что если посмотреть бюджет Европейского Союза, я считаю, что есть определенные двойные стандарты. И если посмотреть, вот, скажем, некую политику, инвестиционную политику Европейского Союза, те страны более лояльным, скажем, определенно лояльным странам все-таки уделять больше внимания, больше, скажем, преференций соответствующих, да. И поэтому сегодня, и с другой стороны, если вы соседом восточная страна, есть санкции к России, сегодня все-таки они заинтересованы. И преимущество, опять же повторюсь, преимущество Азербайджана в том, что Азербайджан далек от этих, скажем, каких-то крупных конфликтов, и есть некое, опять же, благоприятные условия для развития этих экономических отношений. Я считаю, что, в принципе, преимуществ у нас предостаточно, и видим, как, можно сказать, вот если посмотреть хронологию, то можно сказать, буквально каждый месяц, в месяц несколько раз господин президент едет в эти европейские страны. И я считаю, что сегодня очень события, тренды очень быстро меняются, поэтому не исключено, что вот причина является то, что нужно регулярно решать все препоны, которые появляются на пути, и решаются. Я думаю, что вот каждый шаг этот сегодня, это может быть, если сравнить ее с другими странами, то это можно сказать, что вот каждый год это можно приравнивать с нескольким десятилетием с другими странами. С другой стороны, мы сегодня еще один плюс, что сегодня значит, мы строим новую историю. Если взять зеленую энергетику, в принципе, нет такой альтернативной, значит, практики, где бы через дно, скажем, какое-то море на большие расстояния. Да, это будет уникальный проект, таких еще проект не было. Да, поэтому, в принципе, сегодня, и это тоже придает, знаете, уверенность у этих стран, что если Азербайджан уже реализует данный проект, это тоже наше преимущество, как вы спросили, это тоже наше преимущество, видеть, что, в принципе, Азербайджан не стоит на месте. Это тоже положительный показатель того, что, в принципе, если сотрудник, ваш сотрудник, тот, который еще поставляет вам энергию, он стабилен и он развивается, то это значит, что в будущем, опять же, если бы это был какой-то другой товар, скажем, биржевой товар, в котором есть альтернатива, а если трубопроводом провели, и он является стабильным, и тот, который динамично участвует в глобальных, скажем, проектах, то я считаю, что предостаточно. И все эти проекты, кроме того, что у нас, да, есть природные ресурсы, вот остальные преимущества, я считаю, что все-таки это приобрело Азербайджан, азербайджанское правительство. И впредь я считаю, что вот список будет увеличиваться. Ну, действительно, есть много стран, где много природных ресурсов, в том числе в плане энергетики, но далеко не все они умеют распорядиться ими правильно. Орхан Малим, к вам вопрос. Ну, действительно, тема поставок газа азербайджанского в Европу широко обсуждалась, и в частности, в рамках той энергетической недели, которая продолжается у нас в Баку, среди многих других вопросов. В частности, сегодня, допустим, говорилось о необходимости рассмотрения вопроса начала поставок азербайджанского газа в Центральную Европу. На ваш взгляд, насколько это сложно реализовать, и что нужно для того, чтобы такие поставки состоялись? Я думаю, что доставка азербайджанского газа в Центральную Европу представляет собой, как, естественно, значительные возможности, но, с другой стороны, это, естественно, определенные вызовы. В рамках обсуждений на энергетической неделе было подчеркнуто, что для реализации таких поставок потребуется комплексный подход. И я думаю, что здесь важны следующие аспекты. Естественно, это развитие инфраструктуры. То есть основным элементом является наличие развитой инфраструктуры. Она сейчас есть. Активно используется Южный газовый коридор, который включает в себя два проекта, как мы знаем. Это Трансандалийский газопровод, это ТАНАП, от восточной границы Турции к ее западной части. И это Трансадриатический газопровод, ТАП, который пересекает Грецию, Албанию и Южный Италию. Для расширения поставок в Центральную Европу
необходимо строительство или модернизация, естественно, дополнительных магистралей, сетей, которые могут эффективно распределить газ по различным регионам. И для этого, конечно же, нужна стабильная политическая и регуляторная работа. Мы знаем, что для реализации масштабных энергетических проектов требуется согласованность всех участников данного маршрута. В то же время мы видим, как в Европе часто меняются правительства, и иногда правительство может быть крайне правым, крайне левым. И здесь вот определенная последовательность повестки имеет значение. Иногда некоторые правительства имеют тенденцию отклоняться от долгосрочной политики предыдущего правительства. Здесь это нужно учитывать, конечно. Естественно, это финансирование проекта. Развитие инфраструктуры требует значительных капиталовых вложений. В 2022 году, насколько я помню, тогда это было в районе 7 миллиардов на проект ТАНАП. Но здесь, конечно же, подразумевают и дополнительные инвестиции от международных финансовых институтов и банков. И, конечно же, они готовы платить и субсидировать, и финансировать данный проект, потому что он снижает зависимость газа от российского рынка. И поэтому есть достаточно активное участие и желание участвовать в этом западных международных финансах. А это, конечно же, экологические и социальные аспекты, ведь, опять-таки, расширение инфраструктуры должно учитывать экологические стандарты, минимизировать негативное влияние на окружающую среду. Поэтому здесь необходимо, конечно, учитывать мнение как так называемых non-state actors, или же негосударственных актеров, да, участников. Это те же муниципалитеты, сообщества, NGO, обеспечение поддержки и компенсации. То есть мы это уже проходили и в проектах TAP-TANAP и в проектах BetaGas. Да, покупка DC-газ. И, наконец, это, конечно, техническая реализация. Это требует, опять-таки, прокладка новых газопроводов, это применение передовых технологий для обеспечения безопасности и надежности поставок. Поэтому, опять-таки, нужны современные устойчивые материалы, а также система мониторинга и автопроизводства. Урхан Малиев, также хотелось бы остановиться на проектах по разработке месторождений на Каспии, потому что основные наши энергетические проекты на данный момент как раз находятся на Каспии. Сегодня вице-президент госнефтекомпании Азербайджана Сукар Бабек Гусейнов говорил о том, что Сукар сейчас предлагает иностранным партнерам пересмотреть условия работы на таких месторождениях, потому что сейчас условия хоть на Каспии, хоть на, допустим, Северном море, они идентичны, хотя климатические условия, какие-то другие условия, по сути, они очень сильно отличаются в разных регионах. Как вы считаете, что даст вот пересмотр такой условий работы нам вообще, как это может изменить эту сферу? Да, хороший вопрос. То есть ваш еще раз вопрос был по теме о том, что Сукар предлагает пересмотреть условия работы на месторождениях на Каспии, потому что сейчас эти условия идентичны, допустим, условиям на месторождениях где-то далеко на севере, хотя, по сути, условия отличаются климатически у нас. Я вас понял, да, спасибо. Смотрите, инициатива Сукар по адаптации стандартов работы к условиям Каспийского моря, это отражает, опять-таки, ключевое понимание уникальных технических и экологических вызовов, с которыми сталкиваются проекты по добыче углеводородов в этом регионе. Это предложение имеет несколько важных аспектов и потенциальных выгод как для Азербайджана, так и для его международных партнеров. В чем заключается значение адаптации стандартов? Это уникальное условие Каспийского региона. Как мы знаем, это Каспийское море, оно отличается от других регионов, таких как Северное море, по ряду параметров, включая климатические условия, это экологическая устойчивость Каспийского моря. И здесь нужна какая-то адаптация стандартов, это таксономия, да, как бы.
которые позволяют учитывать эти уникальные условия и повышать эффективность и безопасность операций по добыче. Это, естественно, и технологические адаптации. Стандарты, оптимизированные под условия Каспийского моря, могут включать использование специализированного оборудования технологий, предназначенных для работы в мелководных и высокосоленых водах, которые характерны для Каспия. К чему может привести потенциальные, то есть выгоды по адаптации данных стандартов? Естественно, повышение безопасности. Это стандартизация операционных процедур, это снижение риска аварий, технологических сбоев. Это особенно важно в условиях, когда есть климатическая повестка, и любая такая тектонические большие изменения могут привести к огромным экологическим последствиям для всех стран региона. Это, естественно, экономическая эффективность. Таким образом, адаптированные технологии могут снизить стоимость бурения, эксплуатации, и за счет этого можно снижать время и дополнительные расходы на реализацию проектов, и уменьшение вероятности дорогостоящих простоев, я бы сказал там. Естественно, это экологическая устойчивость, о которой я уже говорил, и это, конечно же, укрепление международного партнерства. Подход к СОКАР к адаптации стандартов также демонстрирует потенциальным иностранным инвесторам и партнерам готовность к внедрению лучших мировых практик технологий, адаптированных к условиям Каспийского региона, что может стимулировать дальнейшее международное сотрудничество и привлечение дополнительных прямых иностранных инвестиций и партнерств в наш регион. Опять-таки, предложение СОКАР по адаптации стандартов работы к условиям Каспийского региона является, я так думаю, что стратегически важным шагом в направлении повышения безопасности, экономической эффективности и экологической устойчивости энергетических проектов региона. Это проект, который может стать, я думаю, что проектом и как бы role model, да, то есть моделью развития для других стран региона тоже. Ну, действительно, исходя из ваших слов, очень интересная инициатива получается. Имин Малим, вновь вопрос к вам. Ну, вот здесь вроде бы все хорошо, то, что мы, о чем мы говорим, но насколько вообще есть будущее у газовой промышленности? Сейчас я имею в виду не только Азербайджан, а в принципе по миру, потому что сейчас очень интенсивно развивается зеленая энергетика. Я вот посмотрела статистику за прошлый год. В прошлом году глобальные мощности возобновляемой энергетики выросли на 50%. Это самый быстрый рост за последние 20 лет. А вообще более 30% электроэнергии сейчас вырабатывается уже из зеленой энергии. И темпы мы видим, что только нарастают производство. Вот в таких условиях, как вы считаете, есть ли будущее газовой промышленности в мировом масштабе? Можно я вначале немного отвечу на экспорт центральной Европы. Если посмотреть, вот, проанализировать, то увидим, что в основном, если говорится об этой теме, всегда господин президент говорит, что нам необходимо, чтобы европейские страны, чтобы сами тоже инвестировали. Почему, опять же, мне кажется, в основном мы видим, Европа сегодня кажется таким капризным ребенком, когда все, скажем, Россия поставила, скажем, Северный поток, сегодня она больше будет заинтересована в том, чтобы Азербайджан провел этот саражен. Да, но Северного потока уже нет. Да, ну, в свое время, поэтому, видите, капризничать начали. Сейчас, если проведет, мы проведем, да, то, естественно, у них есть возможности для, скажем, маневра. Я считаю, что сегодня, как говорит президент, мы должны задействовать в этом сами же европейские страны или международные институты, чтобы, опять же, обеспечить долгосрочность этих проектов, устойчивость этих проектов. И как мы видим сегодня, такие страны, как Сербия, сегодня вот построение интерконнектора, видим, что они очень даже сегодня заинтересованы. Я считаю, что все-таки больше нужно сегодня, вот, расширяя свой рынок, больше повлекать именно европейские же инвестиции в эти проекты, они, мне кажется, что очень даже рентабельны, есть очень большие возможности. Я считаю, что вот в этом плане мы можем не торопиться, и как раз таки есть и возможности для привлечения этих же стран для этих проектов. А что касается газа, сегодня я считаю, что если посмотреть сегодня, как раз таки газ тоже находится, вот газовая, скажем, отрасль находится на стадии развития. Если посмотреть
статистику, скажем, месторождений, запасов, то, в принципе, если разведано, то видим, что, в принципе, на, опять же, прогнозы на ближайшие 10 лет, на ближайшую декаду, все-таки основным поставщиком газа, энергии в мире все-таки будет именно газ. У газа большие эти возможности. А что касается, опять же, мы, да, сегодня, в принципе, особенно после внедрение соответствующих стандартов в Европе, ограничений, да, эта отрасль стала развиваться. В частности, нужно, если берем зеленую энергетику, она более интенсивно развивается именно в азиатских странах, в частности, в Китае. Ну, понимаете, еще рановато, опять же, я многократно в ваших передачах отмечал, рановато хранить значит, традиционную энергетику. Потому что, опять же, и нужно учесть еще один фактор. А вот спроса тоже развивается, скажем, тоже по геометрической прогрессии. Мы знаем, что и азиатские страны развиваются, сегодня и африканские страны, население растет. В принципе, я считаю, потребление энергии тоже растет. Поэтому это нужно учитывать. И думаю, что все-таки есть вопрос, скажем, нефти, нефтяной отрасли, где там можно сказать, оспорить можно, в принципе. Да? А вот что касается газа, я считаю, что и ее загрязнение относительно, скажем, газа, нефти и угля, скажем, это тоже более экологически, да, чистое, более экологически чистым. Я считаю, что все-таки еще будут внедряться, если не ошибаюсь, вот я недавно тоже обсуждал с китайскими специалистами, которые считают, что сегодня с внедрением для газодобычи современных технологий уменьшается себестоимость эксплуатации, далее степень ее загрязнения. Опять же, мы с вами тоже обсуждали вопрос, что время от времени даже газовую промышленность включает в список зеленой энергетики. Я считаю, что все-таки как раз-таки в ближайшие 20 лет как раз-таки у газа большие возможности для того, чтобы нарисовать те уменьшения, которые мы наблюдаем в сфере нефтяной промышленности. Да? А еще возьмем еще один пример такой же, я опять же повторюсь, скажем, Соединенные Штаты Америки, если посмотреть, да, в ближайшие 5-6 лет, скажем, прошлую, она стала наращивать экспорт именно нефтяной и газовой промышленности. Если бы у нее не было бы перспектив, они стали бы делать такие крупные компании, как, скажем, да, которые сейчас находятся в Америке. Я считаю, что все-таки нет, торопиться не стоит. И опять же, эти самые зеленая энергетика тоже с изменением климата тоже будет изменяться. Здесь очень много, скажем, моментов, которых еще в будущем будут пересматриваться. А что касается газа, он относительно является стабильным, и над ним тоже будут работать, будут усовершенствовать степень получения. Ну, то есть, даже если когда-нибудь от нефти и газа откажемся, мы явно это будет не скоро. Не скоро, да, не в ближайшие 5-6. Я хотела бы еще одну тему затронуть. У нас не так много эфирного времени осталось. Орхан Алим, к вам вопрос. Вот еще одна тема, которая обсуждалась в рамках энергетической недели, это транзит энергоресурсов через Азербайджан и вообще возможность превращения Азербайджана в энергетический хаб. Насколько велики возможности в этой области? У нас не так много, как я сказала, времени осталось, поэтому прошу очень краткого ответа. Смотрите, сейчас многие страны борются за право стать энергетическим хабом, газовым хабом. То есть, опять-таки, та же братская Турция, которая использует свое уникальное геополитическое местоположение. И здесь, конечно же, то есть, опять-таки, тот же Иран хочет стать энергетическим хабом и так далее. А в этом контексте, конечно, Азербайджан, я думаю, что на данный момент имеет возможность стать страной-транзитером среднеазиатского газа. Но здесь идет речь ведь не только про газ, здесь речь идет и про нефть, и про зеленую энергию в перспективе. Вот по зеленой энергии я с вами бы согласился, потому что в рамках КОП-29 и уникальных возможностей, которые представляют Азербайджан, я считаю, что это хорошая возможность для того, чтобы стать хабом по зеленой энергетике, потому что, то есть, в этом плане мы можем опередить многие страны. Но в то же время по именно газовому хабу я считаю, что у нас немножко, да, то есть в этом плане геополитическое местоположение немножко хуже, чем той же братской Турции. И здесь, я думаю, нужно рассматривать возможности синергии с Турцией. То есть, как мы можем взаимовыгодно инвестировать в газовый хаб в Турцию, используя возможности и российского газа, и азербайджанского, среднеазиатского, иранского,
и совместно зарабатывать вместе с нашей экспертизой. Спасибо большое, уважаемые эксперты. К сожалению, эфирное время подошло наше к концу. Напомню, что в гостях у нас в студии сегодня был Эмин Гарибли, доктор философии по экономике, доцент кафедры международной экономики Азербайджанского государственного экономического университета. А по видеосвязи к нам присоединялся Орхан Мустафаев, управляющий партнер компании «Ротос Консалтинг». Это была передача «Экономика дня». Меня зовут Елена Косолапова. Сегодня мы говорили о развитии газового рынка и о поставках азербайджанского газа в Европу. На этом передача подошла к концу. Всего доброго. До новых встреч. Thank you.